Замечательный советский композитор и дирижер, педагог, народный артист СССР Александр Васильевич Александров. Для нашей страны его имя и его творчество имеют особое значение. Знаменитая песня «Священная война» на стихи Лебедева-Кумача, созданная на третий день Великой Отечественной войны, была воспринята народом как воинская присяга, как священная клятва бойцов, готовых до последней капли крови сражаться за любимую родину. Песенное наследие Александрова велико. Но для каждого жителя нашей страны он является прежде всего автором музыки к государственному гимну сначала Советского Союза, а потом и Российской Федерации.